ഗോപ്താരം ധർമ്മം മാനുഷരൂപിണം പുരുഷം ശാശ്വതം വന്ദേ യുഗധർമ്മവിദായിനം യുഗധർമ്മവിദായിനം ശ്രീ തത്ത приветствует всех существ этого мира. Те люди, которые обладают более высоким уровнем осознанности, имеют ту особую силу и задают себе эти вопросы, стараясь сделать мир подобным раю. Если мы это глубоко понимаем, то мы можем увидеть, что все религии, народы и нации принимают участие в этом процессе, делая наш мир полным гармонии, любви, мира и радости. Именно это старались донести нам риши и пророки всех религий. Люди не могут жить по своим представлениям и желаниям и должны подчиняться космическому порядку. Закон Вселенной требует постоянного роста и перехода человека от одной ступени развития к другой, так долго, пока его сознание полностью расширится. Поэтому мы должны идти путем мастеров и традиций, которые были нам указаны. Если мы не последуем этому пути, то не сможем найти любовь, счастье, гармонию и мир на Земле. Шри Татата приглашает вас в новую жизнь через дверь Дхармы. Этой энергии хватит, чтобы наполнить вашу жизнь и сделать ее жизнью божественной радости и совершенства. Это наша обязанность следовать божественной воле и космическим законам. Мы должны подготовиться к жизни в абсолютной осознанности и счастье. Это возможно на нашей земле, и пришло время реализовать это. ॐ प्रादुरस्तुरदं मित्रं तदाता दामदेमिगि धर्मसर्वत्र दीव्यता आद ॐ शांति 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 Я приглашаю вас всех к началу новой жизни в Дхарме.